Я в такие совпадения не верю. Точнее, в такие случайности. Мне кажется, это спецом, бля. Не, ну нет никаких этих. Нет, они у тебя эту не вывернули? Нет. Золотник, а потом назад вставили. Вот наши добрые жители Камешковского района такую хуйню вполне могли сделать, бля. Если кто это сделал, сука, вы черти. Не ебёт. Может, на морозе. У меня есть хуйня, у меня косяк. Это может быть у меня. У меня просто диски уже старые, у меня уже была хуйня, у меня два колеса сдувались, потому что диски битые. Ну как бы. У тебя бескамерка, да? Вот. Ну то есть. Окей, ну вот это же не спущено. Это не спущено. И это не спущено. Сейчас поедем, темно, надо еще хоть тебя пройти. Другие злые силы нас стараются туда не пускать и думают нас запугать, чтобы мы больше туда не ходили, типа. Потому что, может быть, наши силы там воссоединяются. Ха-ха, слушай, да, ну и... ладно. Другой вариант, да, спустили этих товарищей оттуда. Не, ну все скорее это наши. За нашими такие косяки были. Просто я сейчас думаю, кому зимой это надо в Ряхово. Не знаю, я в такие совпадения не верю. Точнее, в такие случайности. Ну вообще, смотри, да? То есть, если так по мелочи, у меня телефон, блядь, на 720 каким-то хером переключился. Он провалился, Сашка. Да, Сереге пальцы, блин, прорубило. Да. Слышь, говорим, какая-то хрень. У меня телефон переключился, те пальцы дроном рубануло. Стаса дрон полетел, колесо спустило. Херня какая-то. Я допускаю мистическую часть нашей поездки, что что-то сегодня все ломалось, кружилось, блин, да, там то все. Считаю, у Стаса дрон полетел. Сереге пальцы дроном рубануло, да? Считай, Санек у нас провалился. Сейчас колесо спустило, у меня телефон снимал на 720, и я его, главное, не переключал на 720. Я даже не мог его назад вернуть, пока не сбросил все настройки. В общем, сегодня у нас творилась какая-то хрень. Даже не знаю, на что подумать. Я уж не буду сильно гадкую версию рассказывать. Не, ну хуйня, хуйня какая-то нездоровая. Слушай, а мы не посмотрели, следы-то вокруг машины были, нет? Мы даже внимания не обратили, да? Далеко там, да? Как наш? Но мы недалеко отъехали-то. Ну, определишь, не определишь, а имеет место быть. Сейчас я сам пойду и, как говорится, все узнаю. Потому что если это были следы, то их должно быть видно. Так, вот у нас стояла тачка. Мы приехали, снега нет. Наши следы, да? Нет. У тебя вот какой-то след, блядь. Похоже, кроме наших следов
Ничего нет, потому что мы приехали, здесь был асфальт. Ну все, идем назад. Погнали. У кого какие следы, показывайте. На снегу. У меня вот. Ну-ка. У меня вот фото. А, ну значит, это твои следы там. Не, походу там только наш. Но видишь что? Там асфальт, когда мы машину ставили. Ну да. А замело все снегом, пока мы шарились. Так что тут под вопросом. А Сереге вон вообще фиолетово. Ну да. Че тут, как тут, да? Ага. Скажи, Серега, всем до свидания. Всем пока. Так, вот у нас Веретьево свалилось от снега. Как это? Столовая, короче, это была типа столовая, где рабочие кушали. Сидели, пили, ели еду. Короче, не выдержала напора снега. Вот, аж все вот так ушло. Мы, в принципе, можем тут посидеть, конечно. Но боюсь, что может еще дальше обвалиться все. Думаю, не стоит. Тут вот это дерево, походу, помешало, в принципе. Вот оно так со всех сторон обвалилось. Просто горка. И там еще вон прошило дерево. Да, и вот вон сколько снега. Там, ну да. Я прошел там, меня не завалили. Так я тоже прошел. Как сказал Иисус, это будет сказано к месту. К язычникам севера не ходите, ибо не ведают они грехов дома Израилева. Подумайте над этим. Так, ну давай, давай. Посильнее какой-то будет. Я все перевернул, хотя оно, наверное, уже... Оно уже включено, да? Ну вот мы в данный момент смотрим, потухнет ли костер от этой глыбы льда. Надо было наоборот класть, вот с этой стороны положить. Давай я еще здесь положу. Да. Так, это не упадет? Да все, костру уже. А, она даже с этой стороны. Она сейчас сюда завалится. Ее надо бы перевернуть было. Все-таки. Да, она с обоих сторон близна. Вот, нормально все. Да, очень все классно. Дымит как не знаю чего. Все, просто но как по мне, по-моему, это нормально. Нормально. Нет, что-то мы какую-то хуйню затеяли. Да ну нет. Тихо. Подожди, сейчас он. Нет, ты понимаешь что? С вашей стороны вот, кажется, что все потухло. А ты посмотри с моей стороны, тут а, огонь полным ходом. Да сейчас быстро она. И весь дым на меня. Оу. Да вот так. Приколись, херню наделали, а если он сейчас затушится, глыба-то останется. А ну, потом они сейчас захотят ли костра пожарить? Ну подвину глыбу пожарить. Ну мы ну, типа затушили. Не, глыбу откинь, Серег, тоже. Вот непонятно, это либо хорошо, либо хулиганство. Чуть-чуть. Нет, это не хулиганство, это мы все потушили. Все. Все, погнали. Все, вот так, да? Да. Ну, еще чуть-чуть, чтоб не думал. Все, не думается? Вроде нет. Вот, вот сейчас точно бывает. Все, внутри. Вот это сейчас туда зайдет. Все. Потушено. Все, погнали. Как это? Сойдет. Как это там? Не пьющийся? А этот? Не потушено как? В GTA как там это? Потрачено? А это потушено.
Так, никто ничего не забыл, давай. Сань, ты там пошел? Ребята, заберите нас с этой планеты, долбоёбов!